Волонтеры окончили поиски пропавшей семьи. Отец и двое детей найдены, они живы. Об этом сообщают в поисковом отряде. Оказалось, что мужчина решил не ставить никого в известность о своих планах. Он просто сменил место жительства. Руководство образовательного учреждения, которое посещали его дети, он также не стал вводить в курс дела. Напомним, последний раз семью видели в прошлом году, 6 октября, около многофункционального центра на улице Труда в Челябинске. И вот спустя несколько месяцев семью нашли. Где мать несовершеннолетних, не сообщается, но известно, что с детьми все хорошо.